Здравствуйте! Существует такое мнение, что наряжаться могут только молодые, а с возрастом надо становиться скромнее, тише и незаметнее. Считалось, что женщина после 50, а тем более уже после 60 лет, не нуждается в красивых платьях и украшениях. На самом деле, женщина элегантного возраста так же красива, как и молодая. Просто надо уметь подчеркивать эту особую красоту. И сделать это можно с помощью платья. Предлагаем вам 7 идей по выбору платья, которое будет уместно в элегантном возрасте. Классические модели идут абсолютно всем. Четкость и чистота линий, отсутствие внешних деталей, вычурных акцентов позволяет наслаждаться образом, не перегружая его. Классика – это не только строгие варианты. К классическим моделям можно отнести А-силуэт, форму песочные часы. Данный стиль предполагает лаконичность, но при этом он абсолютно не скучен. Долгое время дамы старались избегать светлых тонов, считая их непрактичными. Это было грубой ошибкой со стороны женщин, потому что именно светлые оттенки обладают эффектом фотошопа. Белая блузка способна визуально сделать женщину моложе. Лет на 5, без каких-либо дополнительных вмешательств. Секрет прост. Светлые оттенки отражают свет. Они как бы размыливают образ, делая черты лица мягче и смещая акцент с морщин на общую картину. Многие считают, что светлые вещи непрактичны в носке и отказываются от них в пользу черного цвета или очень темного. В мире огромное количество интересных цветов. Например, платье из ткани цвета молочного шоколада с добавлением небольшого акцента в виде золотого шарфика с атласным блеском сделают образ женщины благородным, свежим и при этом праздничным. Платье светлых тонов – это идеальное решение для женщин элегантного возраста. Если вы не готовы к ярким решениям, то присмотритесь к цветным акцентным вещам. Шарфики, платки, сумки или ремни. Украшения женщина должна носить в любом возрасте. Лаконичные серьги с жемчугом, антикварное уникальное кольцо или классическая подвеска сделают образ женственным и элегантным. Используйте украшения как маркер, с помощью которого вы расставляете акценты в нужных местах. Зрелым дамам стилисты рекомендуют перейти от количества к качеству. Стоит отдать предпочтение ювелирным изделиям и избегать дешевой бижутерии. Многие стилисты дают женщинам всех возрастов одни и те же советы относительно использования принтов в одежде. Стоит отказаться от применения горизонтальных полос. Обратите внимание на вертикальные или косые линии. Они будут зрительно вытягивать образ, делать фигуру стройнее. Геометрические рисунки на одежде также уместны, но это должна быть правильная, красивая геометрия. Стилисты рекомендуют избегать активных, агрессивных принтов, притягивающих все внимание на себя. Рисунок должен быть четким, простым, понятным. Животные расцветки также доступны для взрослых женщин, но при условии, что они обладают стройной фигурой и хорошей осанкой. Также не забывайте про мягкий, нежный, цветочный принт. Прямой силуэт – это классика. Он украшает абсолютно любую женщину в любом возрасте. Он скрывает область живота, лопаточную зону и выравнивает линию корпуса. Главное условие прямого кроя – это лаконичность.
Откажитесь от многочисленных деталей, рюшей, оборок, карманов, ярких аппликаций. Для таких платьев отлично подойдут чистые благородные цвета – шампань, серый, все оттенки шоколада, также оттенки зеленого и синего. Одежда прямого кроя универсальна. Она будет уместна как на прогулке, так и на светском мероприятии. Оно было популярно в 70-е, потом в начале 2000-х вернулось в моду и до сих пор не сдает своих позиций. Секрет этого платья в том, что посередине вертикальная линия из пуговиц вытягивает образ и делает его стройнее. Свободный силуэт позволяет скрыть некоторые особенности фигуры, а ремень поставит правильный акцент на талии. Платье-рубашка идеально, универсально. Если компоновать его со слепонами, то получится идеальный городской образ. Добавьте лодочки и крупные серьги, и ваш образ будет незабываемый.